календаре 18 марта, и это означает, что природа пробуждается после зимних морозов, и весна вступает в свои владения. А Национальный университет кораблестроения в этот день празднует праздник Нового Тюркского года, праздник весны Навруз-Байран. Праздник Навруз – это самый древний праздник на Земле. И не подлежит сомнению, что любой ритуал, идущий из древности, неразрывно связан с психологией народа, отражает его мировоззрение и культуру. Исторический день Навруз отмечается 21 марта, в день весеннего равноденствия. Во-первых, я хотел бы поздравить всех николаевцев с днем Навруза. Это праздник, который обозначает начало весны, зарождение всего нового. И от имени городского совета национальных обществ, от имени всех национальных представителей хотел бы поздравить весь город с этим чудесным праздником. Мы хотели бы как можно больше о своей культуре, о своих традициях доносить и рассказывать уже больше в молодежной среде. Поэтому было принято решение и провести в стенах Николаевского университета кораблестроения. В Национальном университете кораблестроения праздник прошел в теплой и дружественной атмосфере. Мероприятие началось с торжественного звучания гимнов Украины и Азербайджана. На концерт были приглашены все желающие студенты и преподаватели университета, а также почетные гости. Поздравительной речью всех присутствующих поприветствовали начальник учебно-научного центра международного сотрудничества НУК Александр Рыжков, а также глава студенческого парламента Ростислав Рыжков. Теплые слова поздравления прозвучали от гостя праздника председателя Союза азербайджанской молодежи города Херсон. Неожиданным сюрпризом для всех выступающих стали приятные знаки внимания в виде восточных сладостей и фруктов. Навруз-Байрам – праздник весны тюркских народов. И почему мы решили? Мы всегда стараемся поддерживать любую инициативу наших студентов. Поскольку у нас учится много студентов из тюркских народов, с Азербайджана, Туркменистана, мы с огромной радостью помогаем им в проведении подобных мероприятий. Под громкие аплодисменты радовали зрителей своими зажигательными номерами лучшие коллективы города. Танцевальный коллектив «Эдельвейс» всколыхнул публику драйвовым танцем «Лезгинка». Бурю эмоций вызвали яркие вокальные номера на разных языках мира. Миловидные девушки удивили всех умопомрачительным танцем живота. В завершение торжества главный инициатор и организатор праздника, председатель Союза азербайджанской молодежи Николаева Эльнара Рустамова, поблагодарила всех за помощь. Совместными усилиями организаторам удалось устроить настоящий праздник солнца, тепла и весны.